Ребята, всем привет! Я сегодня к вам с очередной порцией новостей. Итак, первое. Диану можно поздравить. У нее в профиле в ТикТоке ровно 9 миллионов подписчиков. Видео Дианы в ТикТоке набирают миллионные просмотры. Подписчикам нравится видео Ди и когда она снимается с Кириллом или лучшей подругой Кнопой. Это видео с Кириллом, например, набрало 9 миллионов просмотров. А это где Ди, в кавычках, откачивает Кнопу. Посмотрело почти 5 миллионов человек. Почти столько же посмотрела, как Ди стучится в дверь. И самое свежее трендовое видео с тампоном посмотрело почти 3 миллиона человек. Этот тренд сейчас снимает по всему миру. Вам нравится наш микрофон? Смеется Диана. Ну и народ его заценил. Микрофон вообще топовый. А вы шарите? Интересно, кто микрофон держал? Пишут подписчики. А вы угадайте, интригует Диана. Ну и в комментариях почти все уверены, что миссия по держанию тампона микрофона была возложена на Кирилла. По крайней мере, среди ребят тусовки его не было заметно. Давайте замедлим видео и еще раз проверим, есть ли тут Кирилл или нет. Нет, так что, возможно, именно он держал этот чудо-микрофон. Вообще, глядя на эти вайбовые видео, ребят, реально понимаешь, как у них там круто. Живут вместе, снимаются в одном сериале, тусят вместе. Компания, о которой я мечтаю, пишут в комментариях под такими видео. Погнали дальше. Следующая новость. Похоже, что в доме Дианы скоро будет жить 5 собак. 3 мы с вами знаем. Тедди, Бонни и Банни Баленсиага. Недавно Диана рассказала, что... На день рождения, который будет очень скоро, она хочет еще одну собаку. И это подтвердила Юнона. Скоро день рождения и у Даны. И прикол в том, что Дана тоже хочет себе собаку на день рождения. Причем малышка уже даже выбрала породу. А Диана хочет, чтобы ей подарили на ДР еще тоже собаку. Такую, как наша Бани, только черную, по-моему. И что мы будем делать с 5 собаками? Я за свою собаку буду сама убирать. Угу. Мам, я правду говорю. Я тебе не верю. Клянусь. Вот так. Так что вполне возможно, что в семье Ди будет жить 5 собак. Вот такие новости на сегодня. Теперь все. Всем пока. Обняла каждого.